Сегодня покажу вам, как сделать красивый цветок. Берем лист бумаги 5 на 5, складываем пополам и вырезаем листочек. Теперь сгибаем его лесенкой. Повторяем это 12 раз. Теперь берем лист 4 на 4 и делаем еще 6 маленьких листочков. Вырезаем основание с диаметром 3 сантиметра. Аккуратно приклеиваем к нему первые 6 листьев. Следующие два ряда клеим посередине предыдущего. А центр цветка можно украсить бусинками. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. Всего вам доброго!